В Иваново пришел новый вид спорта – флорбол. Правила игры, в общем, схожи с хоккейными. Основное отличие – в покрытии поля. Вместо льда – твердый пол. Первый в городе товарищеский турнир среди юношеских общественных организаций прошел на базе 4-й школы. 6 команд осваивали новые правила прямо в процессе состязания. Один матч в рамках турнира длился 3 тайма по 5 минут. Цель игры – забить как можно больше голов в ворота соперника. Тут нужна больше координация и реакция побольше, потому что мяч меньше. Соответственно, нужно все это попадать, ну, как бы, давить. Ну, если этот вид спорта у нас будет развиваться дальше в городе, то, думаю, это будет неплохо, и можно будет еще поучаствовать. Флорбол, в отличие от хоккея, не такой травмоопасный. Из снаряжения – пластиковые клюшки, миниатюрный мяч и ворота. Федерация уже сейчас проходит государственную аккредитацию. В скором времени появятся секции, в которых будут тренироваться профессиональные игроки. Планы дальнейшие – охватить максимальное количество команд, как школьных, так и студенческих. Уже осенью провести общегородской чемпионат по флорболу среди как раз школьных команд. Подготовить команды для участия во всероссийских и ЦФОшных мероприятиях. В других регионах флорбол уже набрал популярность. В начале года в соревновании на Кубок России победила мужская команда из Нижнего Новгорода. Организаторы планируют сформировать ивановскую сборную и вывести ее на федеральный уровень. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.